В 2015 году Папа Римский Франциск открыл ворота милосердия для католиков по всему миру, в том числе и в кафедральных соборах Гродно, Лиды, Волковыска, Росси и Гудагае. Получить подобное отпущение грехов католики могут раз в 25 лет. Исповедь, причастие и молитва, а также искреннее раскаяние в своих грехах, условия, при выполнении которых Божья благодать сходит на человека. Получить полное отпущение грехов, пройдя через центральные двери храма, католики Гродно и области могут до полудня 13 ноября. После того, как епископ Гродненской католической епархии Александр Кашкевич прочтет специальную молитву, ворота милосердия будут закрыты. То мы в этот год не только должны получить для себя какие-то, скажем так, прощение этих кар, да, но мы должны были в течение этого года проявить себя более милосердными. Девизом этого года милосердия слова из Библии: «Будьте милосердны, как я милосердный», говорит Бог Отец. То есть мы должны были быть более милосердные в этом году, то есть оказывать свои какие-то поступки милосердия для тела человеческого, для души человека –